Как выяснилось, тверичане стали с большей аккуратностью брать суды в микрофинансовых организациях. Такие данные приводит региональное управление Центробанка. Жители Верхнего Волжья в прошлом году оформили на треть меньше таких займов, чем в 2022. В количественном исчислении это без малого 7 тысяч договоров. Общая сумма выданных средств почти в 1 000 000 000 рублей. Специалисты объясняют такую тенденцию более аккуратным отбором заемщиков в МФО. Последние обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при выдаче новых и рефинансировании старых кредитов. При этом с января текущего года гражданину обязаны сообщать о риске не справиться с платежами, если на погашение будет уходить больше половины дохода. Также с февраля вступил в силу закон, согласно которому служба судебных приставов наделена полномочиями по контролю за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций. Теперь они отслеживают возврат просроченной задолженности. Отметим, что на 1 января нынешнего года в Тверской области были зарегистрированы 3 микрофинансовые организации и 93 обособленных подразделений таких структур.